А тоже вот такой вопрос. Вы привели пример про этого ученика, что учили от начала до конца и потом начинали заново. У нас обычно вот мы там начинаем какую-то там ТС или еще что-то, и там потом переключаемся. Вот это потому, что мы как бы идем с миром, и постоянно нужно быстрее обновляться? Или это мы все-таки сами должны десяткой доходить до конца, как-то дорабатывать это? Однажды мы учили с Рабашем Талмуд 10 сферот, шестую часть, и у нас там был вопрос, и Рабаш сказал, что ответ, насколько он это помнит, находится в части 12, по-моему, в Талмуде 10 сферот. Мы все еще это не учили, эту часть, но принесли книги и прочитали там то, что он сказал. То, что он сказал, мы там прочли и продолжили читать, и после нескольких уроков вдруг увидели, где мы вообще находимся, и где мы должны были быть, и где мы сейчас, и неважно. То есть нет никакой проблемы. Где вы читаете, если это вас увлекает, продолжайте, не проблема. Из любого места можно продвигаться.